Всем привет, с вами Кевшин Александр, это канал Good Idea. И мы добрались до фактически финиша на одном из объектов, с которого начинался наш влог о ремонтах и дизайне. Объект, который находится на любимом нашем варшавском микрорайоне. С того момента, когда мы снимали первые видео, здесь довольно-таки много чего изменилось. Строительство большинства домов уже, в принципе, закончено. Вот. Ну и вместе с этим, вместе с окончанием работ за окном, работы по объекту, по квартире в 115 квадратных метров, тоже подошли к концу. Что из этого получилось? Сейчас у вас будет такая возможность взглянуть вместе со мной через объектив камеры на наши, так сказать, заслуги. Что, пошли? Начнем наш маленький экскурс с балкона. Лаконично, сдержанно, красиво и хорошо. Единственное, что бы хотелось сказать и сакцентировать внимание, многие люди задают вопрос о том, что же такое винил, как он выглядит, как он укладывается и насколько это практично и хорошо. Вот так вот выглядит винил. С высоты я даже не уверен, сможете ли вы отличить винил от плитки. Напишите, пожалуйста, в комментариях о том, видите ли вы какие-то отличия. Я, честно говоря, очень долго бы присматривался, но главная отличительная черта заключается в том, что винил гораздо более теплый и требует гораздо меньше, скажем так, геморроя в процессе своей укладки и так далее. Продолжаем движение по квартире, сейчас будет самое интересное. Балкон это, конечно, хорошо, но не очень красиво и вычурно. С балкона мы попадаем в, скажем так, святую всех святых. Основное помещение – это кухня-студия. Выглядит она в объеме вот таким вот образом. Боролись и доборолись. Из интересного. В принципе, все. Где-то на заднем плане, как всегда, прячется Серега. Первое, что бросается в глаза, я не знаю, как вам, а мне так точно, это вот это супер-мега-могучее крепление под вот этот внушительный агрегат. Вот. Для такого большущего телевизора, кроме как вот такое крепление, никакое не подходит. То есть я думаю, что здесь спокойно могу повисеть, как на турничке, даже я. Я, поверьте мне, вешаю немало. 90 килограмм есть. Вот. Из особенностей того, что еще попадает в кадр в данном моменте, это наши любимые представители по фурнитуре, это Schneider Electric. Дешево, сердито, красиво, не знаю, иногда совсем не понимаю, зачем платить больше, ведь Schneider это очень прикольно, красиво, в принципе, сами можете оценить визуально, как выглядит данная фурнитура. Движемся дальше. Кухонная стенка. Выглядит она следующим образом. Насколько это все стильно, красиво и по нраву вам, обязательно напишите в комментариях. Для нас важно слышать все и обо всем, для того, чтобы делать правильные выводы и двигаться дальше. Опять же, мебель – это в данной ситуации не наша юрисдикция. Здесь мы занимались только ремонтом и отделочными работами, поэтому убедительная просьба обратить внимание именно на то, как все супер классно, хорошо и красиво сделано. Но не могу не обращать внимания на декоративные элементы, которые присутствуют в квартире, типа вот этих очень интересных и зарядочных люстр. Не знаю, как вам, мне выглядит прикольно. Опять же таки, оставляйте свои, точнее в комментариях, свои мнения о том, нравится ли вам подобного рода искусство. Мне нравится, выглядит прикольно. Из особенностей отделки помещения это покраска стен. То есть здесь все выготавливается под покраску, выглядит покрашенные стены вот таким образом. Особой какой-то эстетики в этом нет, но на самом деле камера не передает всего того, что вы можете увидеть, непосредственно находясь в помещении. Выглядит это классно, приятно и уютно. На полу здесь уложен паркет. Выглядит он следующим образом.
а под кухней все тот же винил, о котором я вам рассказывал на балконе. Реально очень классная штука, гораздо теплее, чем плитка, и по своим характеристикам износостойкости ничем, в принципе, ей не уступает. Движемся дальше по тем вещам, которые были сделаны нами. Кстати, вот эта стенка еще не доделана, это, в принципе, довольно-таки заметно. Сбоку у нас панель из того же паркета, который находится на полу. Вот так вот паркет, паркетная доска плавно переходит на стену. А вот в этом месте будут находиться панели из МДФ, которые будут соответствовать вот такому же МДФ, как и стол, и как вот те шкафчики, точнее, крышки шкафчиков кухни. Поэтому я думаю, что у нас будет возможность добраться сюда еще и после того, как хозяин данной квартиры уже заселится, и здесь будет абсолютно все готово для того, чтобы сделать самый-самый последний обзор данной квартиры. Пройдемся дальше, посмотрим, что же у нас получилось. Всем привет еще раз! В это нелегкое время мы решили немножко порадовать вас и повторить конкурс по обзору планировок наподобие того, который мы проводили 1.5-2 месяца назад. Что из этого вышло в прошлый раз, вы можете увидеть здесь. Желающих получить экспертное мнение, экспертную оценку от компании Good Idea было в районе 50 человек, было прислано около 50 планировок. В этот раз условия конкурса будут немножко изменены. И также будет изменен критерий отбора. Если в прошлый раз мы отбирали 5 планировок, которые понравились нам самим больше всего, то в этот раз это будет не 5 планировок, а может быть даже 10. И это будут абсолютно рандомные планировки. Относительно условий проведения данного конкурса и что нужно сделать для того, чтобы принять в нем участие, смотрите дальше. Попадая в квартиру, мы так помещаемся в очень просторный, огромный коридор. Но я не скажу, что этот коридор как-то абсолютно безалаберно выглядит или не является функциональным. В принципе, ребята спланировали все довольно-таки хорошо, но мы, естественно, воплотили и реализовали их планы в реальность. Изначально здесь все было вообще, в принципе, по-другому. Здесь не было ни вот этих ниш, здесь были совершенно другие стенки. Пройдемся бегло по помещениям. Пока все еще не меблировано, пока все находится просто в той стадии, когда проведена полная подготовка помещения к меблировке. На полах везде уложен паркет, кроме балкона и кухни. Балкон, кухня, винил, санузлы, плитка. Но до этого мы еще доберемся. Это детская комната номер 1. Выглядит она следующим образом. В предыдущих видео я рассказывал, показывал вам о этих 3D-панелях, да и вообще много о чем говорил и много чего показывал. Сейчас у вас есть хорошая возможность оценить результаты того, что же у нас получилось по итогу. Не устану повторяться, нам очень важно ваше мнение относительно нашей деятельности, поэтому обязательно оставляйте комментарии со своими пожеланиями. Мы будем очень-очень рады услышать и увидеть все, что вы напишете. Движемся дальше. Следующее помещение, в которое мы с вами попадем, это санузел. Маленький санузел. Их в этом помещении, в этой квартире целых 2, что, в принципе, неудивительно для квартиры 115 квадратов. В отличие от всей квартиры, санузлы уже находятся в финишном таком варианте. Здесь уже смонтированы все аксессуары, вся сантехника, все комплектующие. То есть
вообще все, в том числе и мебельные элементы, в том числе и раковины, умывальники и все-все-все, что должно быть на своих местах. Бежим к следующему санузлу. Следующий санузел у нас находится за этой дверкой. Это очень большое вместительное помещение. Здесь уже почти все готово, кроме вот этой части, которая должна закрывать стиральную машинку. Но это мелочи жизни. В принципе, помещение полностью пригодно для жизни. Небольшое количество элементов, которых помимо этой дверки здесь не хватает. Сейчас вы поймете, когда мы зайдем внутрь, чего именно. Я думаю, сразу бросается в глаза отсутствие зеркала. Ну и такие небольшие элементы, как диффузор. Но, опять же таки, можно жить и без этого. Думаю, скоро заказчики с полными счастья глазами и сердцами переедут в свою уютную, красивую квартиру для того, чтобы потихоньку обживать, придавать ей больше жизни, красок. Особенно дети, которые сделают это помещение гораздо более душевным и таким наполненным счастьем. Все элементы исполнения по плиточным работам, по сантехническим и так далее. Опять же, отсылаюсь к самому первому видео. Здесь было все довольно-таки в другом виде, еще много чего было не готово. Сейчас все это выглядит следующим образом. Выглядит очень красиво, интересно. А главное, довольно-таки функционально. Это душевая кабина, в которую способны поместиться очень-очень просто два человека. Зачем в душевой кабине два человека, думаю, вы понимаете сами. Но в любом случае гораздо лучше иметь возможность поместиться в душ-кабину вдвоем, чем тесниться и не чувствовать себя комфортно в тот момент, когда вы хотите со всей душой принять душ. Итак, насчет условий конкурса. Мы решили не загромождать вас большим перечнем каких-то действий. Нужно сделать всего лишь три вещи. Первое – это подписаться на наш YouTube-канал, если вы еще не сделали этого. Второе – нажать на пресловутый колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео на нашем канале. И третье – самое обязательное условие, хотя они все три самые обязательные – сделать репост данного видео на странице в Facebook. После этого вам нужно отправить скриншоты с подтверждением выполнения всех действий на наш email, который указан в описании к этому видео. Ну и, само собой, добавить к этому всему планировку вашего помещения. В принципе, это все. Ждем ваших планировок. Движемся дальше. В принципе, гардероб, как и балкон, это то место, в котором показывать особо нечего. Пока еще гардероб больше похож не на гардероб, а на склад. Выглядит все немножко хаотично. Но в дальнейшем, я думаю, это помещение будет носить прям жизненно важную функцию, потому что в любом случае нужно место, в которое нужно сложить все. И если это не балкон, как было привычно раньше для людей, то это вот такая комнатка, в которой, кстати, про, между прочим, спрятан бойлер, вот, с доступом для его обслуживания. Очень классно, когда есть возможность сделать вот такое помещение у себя в квартире. В принципе, из того, что у нас осталось, это еще две комнаты. Детская спальня номер 2. Пока эти помещения еще не меблированы. Но здесь довольно приятно находиться даже сейчас. И вот эти акценты разноцветные на стене придают дух детскости, скажем так, который здесь должен быть, потому что, в принципе, вся квартира выполнена в таких довольно-таки холодных тонах. Это графит, это серый цвет, это черный цвет. Вот, ну, такие акценты и мебельные акценты, которые здесь еще появятся, разбавят всю эту атмосферу. Ну и, как всегда, одним из главных наполнителей
любого помещения являются аксессуары. Ну, а вас прошу обратить внимание на качество отделки этих сот. Ребята очень-очень сильно старались. Наш супер-мега-плиточник Николай приклеил соты, которые будут выкрашиваться еще и в разные цвета. Такие вот гипсовые панельки выглядят, в принципе, они. Скажите, как вы думаете, нравится ли вам это? Если да, ставьте лайк, если нет, все равно ставьте лайк нашему каналу, напишите в комментариях о том, почему они вам не нравятся, либо что бы вы изменили в этой композиции. И, ну, на самом деле это очень кропотливая и сложная работа. Старались, сделали очень красиво. Ну, а мы с вами переместимся в следующее, в последнее помещение. Это непосредственно взрослая спальня. В принципе, все три помещения по своей площади приблизительно равной квадратуры. Сложно пока оценить весь шарм, уют и так далее без полной меблировки, без наполнения аксессуарами. Но, как я говорил в начале видео, это не последний обзор из данного объекта, с данной квартиры. Надеюсь, у нас будет возможность снять короткий видеообзорчик уже с завершенного объекта. Сейчас хочется вас ознакомить просто с тем, что мы имеем на данный момент. Панели, которые называются скалы, ребята очень долго намучились с их монтажом. Да, как взрослые дядьки играют в пятнашки. Очень творческая работа. Это было довольно-таки забавно и смешно, но на самом деле из этого забавного, смешного мероприятия у нас получилась довольно-таки красивая, я бы даже сказал, вот офигенски красивая стеночка, которой хочется любоваться и которая будет выступать таким панно, дополняющим кровать, то есть выступая в роли спинки данной кровати. Это все, что хотелось и что было возможность вам показать по данной квартире. Ждем окончания всех видов работ для того, чтобы дать вам такую прям супер-пупер мега лакшери картинку с объекта, чтобы вы могли в полной мере оценить и ощутить все те прелести, красоты и интересности, которые есть на этом объекте. Самое главное, к сожалению, то, что это не полностью подвластный нам объект, но опять же у вас есть большое количество возможностей посмотреть на огромное количество объектов, которые мы делаем абсолютно под ключ. Переходите в плейлисты, смотрите, делайте выводы, оставляйте комментарии. Обязательно оставляйте комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, делайте репост наших видео, а мы будем стараться все так же откровенно и честно показывать все, что есть, все, что мы делаем, все, что происходит на наших объектах, для того, чтобы вы могли быть частью нашей команды, пусть даже и с той стороны. Всем good idea, с вами был Кевшин Александр и мимо пробегающий Сергей Дученко. Пока!